Хей, hey, йога, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls Remastered. А ну, короче, у меня 100 гигов, поэтому я думаю, может, мне хватит этого всего. Мы с вами попали в новую локацию, в скобочках DLC. И это Королевский лес. Да, это Королевский лес, это тот же самый лес. Как и все остальное, что мы проходили. А, чё-то... Кустарники стали людьми какими-то, слушайте. Да. Ну, кустарники стали людьми. Чё-то новенькое. Ну, давайте посмотрим, что тут еще есть новенького. Начнем с того, что теперь... Лес не темный. Начнем. Вау! Нет, чё там какой-то жесткий. Нет, такую я махину не отобью. Ах ты ж ё-мо. Ах ты ж ё-мо. Да ладно тебе. Да ладно тебе, приятель. Единственное, что могу про тебя сказать, что ты не одноразовый. Ёлки-палки. А чё ты не отпрыгиваешь? Это что за дерьмо было только что? Это что за дерьмо было? Забрать предмет. Каменная большая секира. Так, предметы, оружие. А, большая секира, каменного рыцаря сражились. Так, лесного состелища требуется нечеловеческой силой и большой подход. Так. Силы и больше подходит для ручного труда, чем для боя. Тем не менее, это оружие несет смерть. А тем не менее, я думаю, буду думать, что он один здесь. Иначе у меня нету желания с ним драться. Очень больших желаний нету с ним драться. Да-да. А вот я об этом тоже. Ну нафиг. Так, наручи стража. Пока. Но он сильный, я не хочу к нему выйти даже. Я знаю одну механику здесь, с этим воином, чтобы он грохнулся. И мы с помощью него же попали... Пипец, что за фрезы? Понять, помогает. Я лучше просто пройду их, чем буду с ними драться. Во-первых, там двое этих обычных и много необычных.
надеюсь, моя мысль ясна. Я молодец. И... я ухожу. Это дракон Долца, да? Походу, что да. Знаю, не хочу знать, что там ходит надо мной. Ну нафиг. Ну нафиг. Пускай пропадает рыцарщий этот. Походу это и есть, да, та знаменитая бездна. И походу по темной хрени, что да. Воу. Ярик, стрижись. Сейчас у меня было чисто минус сердце. Я понял, кто там ходил. Просто минус сердце. Тут все что-то в дырочках каких-то. В дырочках упади, сдохни, называется. Так, мне нужно то сюда подняться как-то. И не сдохнув при этом. Желательно. Да. Почти не сдох. Почти не упал. Почти не сдох. Так, давайте я остановлюсь на 5 хилках. Но мы пробежим рыцаря, мы пробежим всех, кто были до этого. Мы не будем с ними драться, да и все. Ну, понятно, что эти двое это обязательно. Хотя... давайте в эту сторону. Да-да-да, делаю в бой. А он не одноразовый, этот гигант. Так, хорошо, дальше. Ты теперь... по идее, могу их парировать. Эти живые кусты. У меня нету желания их парировать. Давайте я лучше пойду. Получится, да?
давай. Да-да-да. Хорошо. Замечательно. Сейчас этого убиваем. Гиганта просто заставляем бить и пробегаем. И я не вижу смысла с ним просто драться. Сапожи стражи. Интересно, насколько они лучше моей брони. Мне кажется, что вообще они не лучше моей. Полсет везде, видите, раскинут типа. Давай, приятель. Ох, не, здесь атмосферка такая. Все гремит. Все гремит, все взрывается. Что, пробуем снова? Наверное, другая часть брони, да? Шлем стража. Так, у меня сейчас есть эта одежда стража. Ой, привет. Что-то я тебя тут не заметил. Что теперь? Грипп Элизабет. Так, поехали. Шлем каменных рыцарей сражались снова с святилищем каменные рыцари. Это големы, ожившие магии. Их зачарованные шлемы очень тяжелые. Также и по остальной броне, да? Так, потом грибы мне дали. Гриб Элизабет. Большой лекарственный гриб Элизабет. Хранительница святилища. Этот гриб укрепляет тело и на все восстанавливает много здоровья. Так, и на время восстанавливает здоровье. Его поразительный эффект заставляет понять разницу между жизнью и смертью. То есть грибок это next хилка. Да, по качеству. Но если смотреть, что я сюда упал и сдох, значит это не лучшая идея. Прыгать в дырку, вот эту большую. Ё-моё. Ну и погодка. Ужасная погодка. Что сказать? Так, два челика. Давай. Хорошо. Хилки держим. И мне интересно, тут только у меня одна хилка и все. Так, большая душа. Что, почему ты бежал туда? Замок, хорошо. Так, еще.
А, ну, меня уже заметил, все, нафиг надо. Душа. Прохода нету, да? Да, тут прохода нет, я вижу, там предмет какой-то лежит около дерева. Лучше по-тихому пройти, нахер оно. Нахер оно мне надо. Лучше по-тихому сюда пройти. Где это я? Чувствую, это место для меня еще недосягаемое. Мне интересно, где я могу ХПшку восстановить. Чувствую, следует... О, иллюзорность, да? Нет. Просто мне кажется, вот это босс. Потому что туман белый. А, привет. Да, догадаюсь. Тебе хватило и утащили в прошлое. Да. Да, конечно. Со мной случилось то же самое. Мы оба чужаки в чужой стране. Ну, нас, по крайней мере, теперь двое. А поговорить? Тебе встречался рыцарь Арториос, легендарный путник бездны из странных сказок. Впрочем, все равно. По-моему, он никудышный герой. Купить предмет. Зеленая травка. Вот оно что, стоит 10 тысяч, ни хрена. Так, давайте я, наверное, куплю 6 косточек. У меня проклятий нету. Стоишь 800, да? So long. Счастливо. Спасибо. А, найс. Можно костер? Мне бы костер. Ладно, давай, наверное, хилки куплю на все. Купить предметы. Счастливо, счастливо. Посмотрим, уже где-то здесь костер есть. Что-то я в этом сомневаюсь, конечно же. Так, я вижу, там предмет валяется. О, так я сюда пройти могу, подождите. Мне об этом никто ничего не говорил. А в чем подстава? Oh!
Понятно. Так, душа. Так, ну в принципе у меня есть хил. Минус. Походу дальше тоже, да, типа типичного босса. А фиг его знает. Походу, ну, походу на самом деле, что да. Походу спрыгнул туда и автоматически издыхаю. Там есть лестница, но насколько она хороша. Не обломана ли она? Это тоже босс, ладно. А дракона? И Арториас, да? Один босс на выбор. Замечательно. И что мне делать? По идее, около каждого босса должен быть костер. Здесь же он отсутствует. Просто если я сдыхаю, тогда я уже сдыхаю полностью. Костра я поблизости здесь нигде не вижу. Ну-ка, может там где-то в углу стоит костер? Нет. Нет. Внутрь я входить не хочу. Так, Google в помощь. Костры. Костры в Dark Souls. Давай. Сейчас будем смотреть, где костер, потому что, ребят, я серьезно, если сейчас сдохну, просто это ГГ. А как эта локация хотя бы называется, вы помните? Это до бездны. Так, хорошо, ущелье бездны. Ага, значит, святилище Алачилия, поселок Алачилия. Ущелье бездны 2, да? Хорошо, поехали смотреть. Святилище номер 1, хорошо. Поселение. Ладно. Мне нужно, где этот мужичок? Ребят. А что делаем? Что будем делать? Больше нету костров. Бляха-муха. Всего лишь 5 костров в игре. Ага, костер Dark Souls около Арториаса. Арториаса. Великая чаша только. Нету, мне кажется. Мне будет проблематично с ним драться. Ладно. Давайте пробовать и заканчивать. Где трава? Где купленная мною трава? А, круто. Я там.
Теперь все ясно. Здоров, Арториас, как дела? Чувствую, будет весело. По идее, он считается самым сильным врагом. Я не знаю, насколько это правда. Но то, что он меня цепляет, это так. Ладненько, я понял. Много я ему наношу. Сука. Да. Пары СТ. Что-то я не учусь на ошибках. Да ёлки-палки. Я сдох. GG. GG. Мне интересно, почему он превратился уже во вторую форму, если я должен ему снести 30%? А? Это нихера не весело. Ладно. Я не вижу иного способа, как, во-первых, улучшить костер. Так, использовать. 4 штуки давайте, да? Та-та-та-та. Обратить опустошение. Жечь, да. Ложечь, да. Ложечь, да. Все, ребят, в принципе. Я думаю, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.